рада вітати вас і добре, що ви приєдналися. Це фітнес з відкритим та Hello Body. Я з радістю представляю вам чудового тренера. Це спортсмен Денис Нікулін, можливо, ви вже його знаєте. Сьогодні він погодився разом з нами зробити декілька вправ і приготував вже для вас дуже цікаве щось. Привіт, Денис. Доброе утро, Юля. Ну що, будемо сьогодні працювати? З большим удовольствием. Які вправи приготували сьогодні ви для дівчат, для жінок? Я знаю, що ця вправа буде корисною. І не вона не одна, їх буде там 4 чи 5, але вони будуть дуже активні. Сьогодні ми з вами розглянемо цікаві упражнення, а саме головне, що вони будуть дуже корисні. Так що, дорогі жінки, якщо ви готові, не будемо тратити час, і ми приступимо. Поїхали. Итак, что нам с вами понадобится? Нам понадобится с вами простое полотенце, которое мы сможем с вами постелить и сделать на нем определенные упражнения. Нам понадобятся с вами резиночки. Вот, эти резинки вы сможете приобрести в любом интернет-магазине. Стоят они недорого, но эффективность их очень крутая. Итак, первое упражнение, которое мы с вами сделаем, это приседания с отведением ног в сторону. Задача наша такая будет. Я сейчас расскажу, что мы с вами делаем. Вы внимательно смотрите, и если у вас есть желание, вы можете сразу за нами повторять. Первое упражнение, я сказал, приседания с отведениями ногами. Второе упражнение мы делаем с вами. Подъем таза, лежа на коврике. И закрепляющее упражнение, которое мы с вами сделаем, конечно же, будет планка. Приступаем. Юля. Та я с задоволенням приєднуюсь. Я можно буду... вас мучать? Можно. Трошки. Трошки. Якщо не дуже. Итак, подходите ко мне. Так, иду. Одеваем с вами резиночку. Так. О. Вторую. Так. Становимся вот в такую позицию. Ага. Ноги немного шире плеч. Еще. Еще. Шире. Мы с вами сейчас приседаем в течение 40 секунд, выполняя в полном объеме это упражнение. Потом сразу приступаем к следующему, тоже выполняем 40 секунд, потом к следующему. И так мы делаем с вами 3-4 раунда по 40 секунд. Таймер у меня уже готов. Вы готовы? Я готова. Тогда поехали. А зрители готовы? Но если вы готовы, запускаем процесс. Гоу! Поехали. Итак, 3, 2, 1. Время пошло. Приседания. Отводим ногу. Приседания. Отводим ножку. Ягодицы максимально оттопыриваем назад. Друзья, ваша задача во время приседаний ноги держать, стараться под 45 градусов, ноги немного шире плеч. Ягодицы оттопыриваем максимально назад и сохраняем с вами осаночку. Хорошо, осталось 18 секунд. Надо потерпеть. Обращаю ваше внимание. Юля, вы делаете? Не останавливайтесь. Конечно. Добро. Тренер говорит, так. Дает рекомендации, а ваша задача делать. Добро. И улыбаться. Это обовязково. Старайтесь, чтобы колени не пересекали носочки во время выполнения. Итак, время есть. Все, что вы успели сделать, это все ваше. Первое упражнение сделали. Yeah. Следующее. Ложимся, пожалуйста, на спинку. Резинки снимаем? Оставляем. Так, лягаем на спину? Да. Так. Обратите внимание, мы не используем каких-то специальных фитнес-ковриков. Мы используем обычное полотенце. Это что значит? Для того, чтобы заниматься, получать хорошие результаты, особые приспособления для тренировок не надо. Итак, ложимся на спину. Так. Ножки мы ставим под себя. Угу. Вот, ручки в пол. Так. Ваша задача делать подъем таза. Так, добро. Да, это будет похоже на мостик. Угу. Задача так? Какая? Да, задача угу. Какая, друзья? Да, вот эта линия и вот эта линия колена и плеча во время подъема должна быть ровненькая. Сильный прогиб в пояснице мы не делаем. Работаем 40 секунд. 3, 2, 1, гоу, поехали. Да, наверху делаем паузу и ягодицы как кулачки сжимаем. Отлично. Пауза, не спешим. Пауза. Вот эта изометрическая пауза, она улучшает эффективность упражнений. Не спешим. Ягодицами пола не касаемся. Хорошо. Наверх выдох, вниз вдох. Работаем, друзья, 40 секунд. Делаем 3-4 раунда. Больше не надо.
И вот этих 40 секунд, поверьте, для того, чтобы вы получили хороший результат, вполне будет достаточно. Вы посмотрите, как Юля старается. Стараюсь. Юля, но вы большая молодец. Осталось 3 секунды. Одна. Стоп. И мы сделали второе упражнение. Класс. Скажите, было сложно? Не, совсем. Дали. Так. Следующее упражнение. Мы сделаем упражнение планка. Так. Вы готовы? А как же? Локоточками становимся. Вот так. Следим, чтобы поясница только не прогибалась, а копчик был подвернут. Угу. Коліна не ставимо нікуди, конечно, так? Конечно. І резиночки не знімаємо. Чи вже можна зняти? Пусть они будут. Они нам абсолютно не мешают. Ага. Мы не будем на них тратить зря время. Угу. Итак, вы готовы? Так, правильно. А вы готовы, зрители? Тогда поехали. 3, 2, 1, go! Коленочки отрываем. Копчик подкрутили. Вот так. Животик втянули. Улыбаемся. Друзья, занимайтесь всегда в хорошем настроении. Вы посмотрите, как все прекрасно получается. Даю вам такие лайфхаки, запомните. Поясница не прогнута. Копчик у вас подкручен. Животик втянут. Голову немножко можно наклонить. Стараемся, чтобы угол 90 градусов был между корпусом и руками. Колени обязательно ровные и желательно, чтобы ваше тело было в прямую линию. Осталось 3 секунды. 2, 1, стоп. Отлично. Ух. Как вам упражнение? Дуже класно, супер. Понравились? Ну, а як же? Вони, знаєте, всі якось підтягують тебе, заставляють бути рівніше, стрункіше, я не знаю, здоровіше. Супер, супер. Так. Друзья, мы с Юлей сделали полезный комплекс упражнений. Мы надеемся, что нашим зрителям понравилось. Я впевнена. Да, этот комплекс был сегодня направлен для укрепления ягодиц, мышц бедер, мышц кора. Что дала нам планка? Мы смогли задействовать абсолютно все наше тело. И таким образом повысить эффективность. Еще раз повторюсь, выполняем 3-4 раунда по 40 секунд. Отдых между подходами, точнее не подходами, а раундами. 1 минутка, ну максимум 2. Следите, чтобы ваш пульс был в норме. Юля, вы супер. Молодец. До новых встреч. Ось так зробили ми декілька вправ, які запропонував Денис. Вправи були супер, неймовірно класні. Сподіваюся, що ви робили їх разом з нами. Повторюйте, будьте здоровими. Ну і, звичайно ж, дивіться фітнес з відкритим та Hello Body. Па-па, зустрінемось.